Традиционно после выпускных экзаменов во всех общеобразовательных учреждениях приступают к ремонту. С 1 июля начался косметический ремонт всех школ нашего района. Первым наша съемочная группа посетила СОШ номер 2 аула Кашхабль. В этом году в спортивном зале осуществляется долгожданный ремонт благодаря федеральной программе развития физической культуры и спорта в сельской местности и софинансированию муниципалитета. Все работы осуществляет подрядная организация ТУВ. Это и замена кровли, оконных блоков, надпольного покрытия, электропроводки и многое другое. Особо, конечно, нужно сказать о спортивном зале, потому что он обслуживает не только нашу школу, но и весь район. Ну и учитывая это, благодаря нашей администрации мы попали в республиканскую, всероссийскую программу. При софинансировании, конечно же, и местного бюджета, это программа по развитию спорта в сельской местности, поэтому там и замена напольного покрытия, там и начиная с крыши, уникальная технология по спортивному линолеуму, там интересному и очень удобному для детей будет осуществлено. Работы планируется завершить уже 22 августа полностью по спортивному залу. А основное здание у нас уже до 19 июля абсолютно все должно быть готово. Параллельно с этим внутри школы осуществляются ремонтные работы силами техперсонала, учителей и учащихся. Ремонтные работы начаты у нас 1 июля, потому что до этого у нас была лесная сказка, то есть оздоровительный лагерь на базе нашей школы. В основном здании уже отремонтировано основное большинство кабинетов, но это косметический ремонт. И только в одном кабинете полная замена напольного покрытия, бетонные работы уже проведены. А благодаря спонсорской помощи Берсирова Руслана Рамазановича у нас там осуществлено будет новое напольное покрытие ламинатом. Да, это делается, это, естественно, силами работников самой школы. Посильную помощь оказывают и дети, как вы сегодня видели, они с удовольствием расставляют уже подготовленные кабинеты, обустраивают их бы целиком полностью для себя. Недавно мы показывали сюжет о детском саде поселка Майский, где планировалось строительство новых навесов. В настоящее время работы идут полным ходом. Чтобы своевременно и качественно завершить работы, родители прикладывают все усилия. Продолжаются строительные работы. Сегодня мы устанавливаем столбы, планируем к выходным уже заливать фундамент, ставиться опалубки. Ну, дней через 10-15, если не подведет погода, мы планируем закончить и пригласить вас уже на открытие нашего навеса. Нам помогают родители, местные предприниматели откликнулись, помогают кто чем может. И финансово, и приезжают, спрашивают, чем помочь, какую нужно поддержку, в чем. Ну, пока за материалов дело не стоит.